Доброе утро всем, дорогие друзья! Как делишки? Это второй день в Мумбаи! Ну-ка! Вот это красотища! Посмотрите на вид! Солнышко сияет! А, Мумбаи, встречай меня в свои объятия! Ах, как классно я сегодня поспал! Вот эта кроватка, загрузил видео на YouTube! Интернет здесь реально быстрый, потому что добро пожаловать в Мумбаи! Вот такой вот я проснулся. Сейчас почищу зубки. Позавтракаю, встретит меня мой дружбан Сэм, и мы покатаемся и изучим новую часть Мумбаи, которую мы вчера не видели. А теперь вперед чистить зубки! Принесли вкусненький мумбайский завтрак. Здесь у нас хлеб с джемом внутри и чай. Всем приятного аппетита! Приехал мой друг Сэм. Сейчас поедем мы на другую часть Мумбаи. Кстати-ка, вот блин, я питаюсь в Макдональдсе, в Бургер Кинге, блин. Мне говорят, что я должен быть толстым, а у меня наоборот штаны спадают, блин, похудел. Мне сейчас нужно срочно покупать ремень, а то я тут в трусах буду сейчас скоро ходить. Мне вот реально нравится мумбайское такси. Вот такси сейчас нас будет вести вот примерно 15 минут. И возьмем всего лишь за это 30 рупий. Вот так вот выглядит. Прикольный. Там они подрезали немножко, чтобы был мой размер. А так это было слишком велико. Так что супер. Короче, сейчас национальный парк, и уже ухожу отсюда. Не, вот вы мне объясните, что это такое? Входной билет стоит 100 рупий, а чтобы фотографировать и делать видео с тиграми, это стоит 9 тысяч рупий. Охренеть. Я уже туда не иду. Короче, это все к концу. Никакого национального парка не будет. Сэм сказал, что еще вот в Болливуде, это город фильмов, да? Там тоже стоит столько же за видео. Так что и это канцел. Значит, сейчас только есть одно дело, что нужно сделать. Хорошенько позавтракать, потому что хлеб и джем и чай. Этого было мне недостаточно. Приехали мы в торговый центр, называется Оброй. Здесь мы будем как раз и кушать. Как вы думаете, что здесь написано? Никогда не догадайтесь. Это по хине написано. Макдональдс. Я знаю, что это будет мой последний раз, когда я ем в Макдональдсе. Ну, по крайней мере, в Индии в этом году. И поэтому я себе набрал, ну, столько, сколько обычный человек бы не набирал. Ванила шейк, кола, Биг Мак, блин, 9 Макнаггетсов, 2 картошки фри и шаурма типа. Если вы обратите внимание, то вы сможете заметить, что большинство женщин здесь в Мумбаи носят современную одежду. А вот женщин в сари, это такая индийская одежда, где практически вообще никто не носит. Максимум индийская же носит. Это панджабская одежда. А панджабские, это знаете, как футболка, только длинная и для женщин. Так что вот, что я заметил, пока я был здесь, в Мумбаи. Видите, вот там вот мужик сзади меня в оранжевой футболке. Знаете, что он делает? Он делает так, чтобы все люди вот на этих красных плитах, да, зашли вот за эту желтую линию. Вот он ходит, проверяет всех. Прикольно, да?